Всем добрый вечер. Я сегодня была в соседнем поселке и зашла в магазинчик, решила прикупить себе что-нибудь вкусненького. И вот хотела вам показать, что я купила. Потратила я на это все 2000 рублей, если быть точным, 1950. И что же тут есть покушать? Ну, конечно, покушать здесь особо нечего. Это баловство. У нас в этом году такая классная зима. Я давно такой зимы не помню. Честно говоря, я зиму вообще не люблю. Но вот эта зима мне понравилась. Потому что целый месяц, вот весь декабрь, минус 6, минус 7. И белый пушистый снег лежит и каждый день падает. Морозов вообще не было как таковых. Ну, только пару раз, может быть, ночью было минус 12, минус 11. И вот сегодня такой хороший воскресный день, снежный. И захотелось чем-нибудь себя побаловать. Ну, что ему я тут купила? Фри. Картошка фри. Вот такая. Иногда хочется каких-нибудь вредностей. Сардельки. Вот тут 4 сардельки. 116 рублей. Рыбка. Кита такая копченая. На 250 рублей. Тесто фила. Я очень люблю это тесто. Это тесто простое, обыкновенное, пресное. Из него очень вкусно делать пахлаву с орехами и с медом. Потом мне очень нравится мясной пирог. Тоже фарш поджариваешь с луком. Можно морковки добавить, если любите. Специи заворачиваешь в улитку и заливаешь сметаной с яйцом. Обалденно вкусный пирог получается, мясной, слоеный такой. Вот арабы очень любят это тесто использовать. Дальше капуста вот такая с морковкой по-корейски. Обыкновенная квашеная капуста. Масло кукурузное, чтобы фри жарить. И самое... Основная статья затрат, это был вот этот торт. Он такой красивый новогодний, что мне захотелось его взять. Раньше я часто пекла торты. Сейчас я этого не делаю. Потому что все, кто пекет торты, знают, что это калорийная бомба. Но иногда можно купить и порадовать себя и своих близких. Это Прага от Палыча. Вообще он у них очень вкусный. Один из лучших тортов там. Но он вот такой красивый, новогодний, праздничный. Еще раз повторю. Потратила 1950 рублей. Но еды здесь как таковой нет. Это так, какой-нибудь перекус. А что у вас можно купить на 2000 рублей? Ну, в долларах это где-то 27 долларов. Вот так. Такой ужин у нас сегодня будет. Неполезный, но вкусный.